он не может быть отменен, так как правительство тоже давало согласие. То есть это не одностороннее было решение, понимаете? То есть это было решение, в котором принимала участие вся экспозиция федерация, что российская ФРСР давала тоже согласие, согласно уже конституция. Понимаете, то есть для того, чтобы его отменить, нужно было бы заново получить согласие там и там, даже вот теоретически. Вот, что в принципе уже невозможно. Если сейчас Россия считает, что это адекватно, но в рамках международного права это нонсенс, это принцип. Я вам более скажу, вот ссылаются российские политики на какие-то нормы международного права. И вот, я не знаю, честно скажу, ни одной нормы международного права, которая бы разрешала другой стране признавать незаконными это решение по вековой давности другой абсолютно страны. И последний пункт, как абсолютно, в том же соглашении о создании СНГ четко говорится, что государства не имеют территориальных претензий друг к другу. И иметь их не могут. И это же...